Ну что, друзья, посмотрите, вот мы получили такие амортизаторы, видите, получили амортизаторы на почте, наконец-то в наш электросамокат, и сейчас мы их будем открывать и смотреть, подойдут ли они или нет. Мне, конечно, кажется, что они какие-то коротковатые. Вот, я их вот так раскрываю, видите, разрезаю, раскрываю, вот смотрите, вот я уже вытащил один, сейчас еще второй вытащим. Ну что, друзья, и вот мы получили пару амортизаторов. Видите, какие они, дырка какая-то великоватая, конечно, мне кажется. Но здесь шток такого же, толщина 10. Я померил 10, гайка накручивается. Но так какие-то они, конечно же, мне кажется, что они на сантиметр короче тех оригинальных, которые там были. Мне так кажется, что они все-таки короче. Сейчас, конечно, еще раз смеряем их. Как вы думаете, они масляные? Да, друзья, они масляные. Там настоящее масло, клапана, все как в настоящем. Потому что тот оригинальный я разобрал. Ну и показывал в прошлом видео. Да и в этом сейчас покажу. Да, вот эти, которые купили мы, друзья, новые. Вот которые амортизаторы. Старые. Вот старый. Вот я его полностью распилил. Это металл. Сталь, железо, магнит берет. У меня, видите, магнитик такой. Магнит это берет, а это алюминий не берет. Дырка. Конечно, ну, в принципе, у меня тоже такая же большая дырка, да, отверстие. Значит, смотрите, я его разобрал, распилил полностью. Вот, смотрите, что было здесь. Вот такой, видите, вот это шток. Тут полностью было масло, амортизатор. Масло, амортизатор, так, чтобы было лучше видно. Может быть, резкость лучше наведется. Что не наводится ничего. Вот, смотрите, вот это такой был амортизатор. Вот он, друзья, лопнул. Конечно же, кто будет смотреть, а вот его кусочек. Вот это вот шток, вот. Вот он был такой, вот тут он, бац, лопнул. Вот здесь он лопнул, я хотел поменять шток. Купил на базаре вот такой сталь ХВ-40, как-то он сказал. Очень крепкая сталь, вот такой вот я купил шток. Хотел, друзья, отнести к токарю, чтобы он не выточил. Даже два, я подумал, можно с этого штока выточить. Вот, но потом подумал, что токаря спросил, токарь влупил 500 гривен за выточку. А может, сказал, что дороже будет, это еще как повезет. Вот, поэтому я подумал, что все-таки эти амортизаторы, вот я их за 1000, вот 1000 гривен, за 2 штучки, 1000. Так я и подумал, что 500 отдай за что, плюс бензин, солярку, полить, время целый день трать. Экономически невыгодно, выгодно уже за 1000 купить вот 2 новых. Вот, я бы, конечно, еще их и сразу бы купил, а это старый. Но мне все-таки кажется, знаете, что мы приложим. Да, да, смотрите, видите, да, да, друзья, видите. Все-таки моя пружина была намного длиннее, друзья, намного длиннее. Вот, интересно только, конечно, подойдет ли оно хоть. Конечно, поэтому они не говорили, нужно только комплект. Потому что, конечно же, посмотрите, он короткий. Не пойму, конечно, если вот приложить, допустим, вот так вот. Не пойму, ну сейчас перемерим, сейчас будем, друзья, собирать, вкручивать штоки, собирать.